Ну чё, похвастаю ещё? Нет. А чё хотим? Денег. Деньги в ночь не дают, плохая примета. Чем больше, тем лучше. В ночь нельзя давать деньги. Можно только что-то купить, чем-то помочь. Тебе чем помочь? Чем помочь? А сейчас покажу. Ну а так, ты скажи. Покажу. Ну сейчас. Показывай тогда. Люди сейчас уйдут. Тебе чем помочь, Владимир Иванович? Денег, да. Денег — плохая примета в ночь. Давай до завтра оставим это дело. Завтра за деньгами зайдешь. Что купить? Селедки. Селедки тоже завтра. В ночь нельзя, а то понос откроется. Нет. Давай квас, кофе, что? Нет. Кстати, домой нужны две селедки. Селедочки тоже нужны. Две селедки. И к селедке приспособление. Сам. Ну, там есть. Сам. А картошку надо к селедке варить. Ну, у меня есть сегодня. Так вы же ее не варили еще? Ну, есть, но прежде чем сварить, ну, нужно ее взять. Селедочку сначала. Да. Сам. Да. Селедки возьмешь? Завтра возьмем, а то сегодня понос будет, я же говорю. Сегодня надо. В ночь плохо селедку есть. Лучше кваску, Владимир Иванович. Или кофе. Квас, кофе, что-нибудь. Заказывай, какой напиток? Селедки. Селедки, да, я понял. Ну завтра все, с селедочкой. Нет. Сань, селедку я сегодня возьму. Сегодня хочешь взять? Да. Ну бери, а что? Две. Ну да, да хоть три бери. Ёль, взвесь там две селёдочки.